Всем привет, меня зовут Максим Шубин, это канал «Это реально интересно», и сегодня у нас «Сталкер. Зов Припяти», друзья мои. Я думаю, многие из вас играли в эту игру, в этот шедевр, в эту легенду. Да, игра, конечно, не новая, но, кстати, вот конкретно эта версия, ребят, это модифицированная версия, это версия с модами. Здесь несколько улучшена графика. Но сюжет оставлен, ничего здесь важного, нужного не вырезано. Кстати говоря, ребят, вы можете проголосовать за лучшую версию игры и вообще скачать эту игру на сайте, ребята, ссылка есть в описании. Так что, ребят, дерзайте, вот, скачивайте, играйте вместе со мной, так сказать. Ох, ребята, какие, конечно, воспоминания, ностальгия. Да, в свое время я играл Сталкер, но я играл, честно говоря, не так уж и много, ну и плюс тогда у меня комп был совсем слабенький, и это было не так прикольно, как сейчас все-таки, потому что тогда все лагало дико. Но, кстати, игра и сейчас достаточно приличная весит, конкретно эта версия, по-моему, у меня весит, по-моему, 5 гигов, что около того, хотя сейчас игры по 80 гигов, по 100 весит даже некоторые, так что... Так, я возьму, ребят, аптечку. Вот, собственно, мой арсенал, он уже достаточно такой приличный, я Дегтярев, вольный сталкер. Я уже немножечко так смог получить некоторые ништяки. Выброс начнется с минуты на минуту. Ищите глубокую нору, если жить охота. Так, глубокую нору, то есть нам, по идее, нужно, наоборот, глубже залезти. Ну, то есть, по крайней мере, как нам сейчас сказали... Ребята, я наконец-то понял, куда нужно бежать. Я уже не знаю, какой раз я перезапускаю игру. Я играю далеко не на самом высоком уровне сложности. Я играю на уровне сложности сталкер. То есть это чуть выше, чем новичок. Хотя я, по большому счету, есть новичок. Так что... Несколько, наверное, выше уровень сложности себе я поставил. Вообще, ребят, пишите в комментариях, хотите ли вы, чтобы я... Может быть, полностью прошел эту игру, либо хотя бы еще одну серию сделал по этой игре, либо вообще прошел все части этой игры, все модификации. В общем, на самом деле, много всего здесь есть в этой игре, ну и в принципе, что я не исследовал, реально много всего. Поэтому, ребята, пишите в комментариях, обязательно все комментарии, все ваши комментарии прочитаю. Также сердечки всем поставлю, кто напишет комментарий-то. И плюс, кто напишет какую-нибудь шутку про меня, про канал, про эту игру, также попадет в новый ролик. Так что, ребята, имейте в виду, ваш комментарий попадет в новый ролик. Если вы напишите какую-то шутку, конкретно шутку про меня, про канал или про эту игру. Так что, ребят, дерзайте, пишите. Мы пока тем временем идем к этой стрелке. То есть, похоже, нужно как раз-таки к этой стрелке идти, судя по всему. Я, конечно, есть какие-то еще ряд сомнений у меня в этом, но... тем не менее, это самый-самый адекватный... Самый-самый адекватный, в общем, вариант. Чтобы как-то постараться выжить. Только вот я пока не понимаю, где тут можно зайти. То есть, с какого, с какой стороны. Видимо, с той стороны можно зайти как-то в это укрытие. Или нет. Или нельзя. Стоп. Подожди, оно же вот здесь. Вот, как бы, с этой стороны, похоже. Находится. Черт возьми. Черт возьми. Где же оно? Вот оно, ребята, вот оно. Вот оно мое спасение, ребята. Вот оно мое спасение. Это... Васька, душитель. Не балуй, оружие спрячь. А, оружие спрятать. Окей, спрячу. То есть нам нужно просто здесь подождать, постоять. Где здесь ближайший лагерь сталкеров? Подскажи мне насчет одного дела. Хочу кое-что у тебя спросить. Чем сейчас занимаешься? Все, ребята, выброс, слава богу, закончился. Вау. Надеюсь, никто не пострадал. Как разбойничали, так и разбойничали. Ребята, я смог выжить. Я смог выжить, ребята, это невероятно. Для меня это реально невероятно. Феноменально. Классно, я рад и счастлив. Потому что на самом деле радиации очень много, я как понимаю. И
Надо быть аккуратным. Надо быть аккуратным. Наверное, нужно аптечку какую-нибудь принять. Так, аптечка или какая-то ради. Так, что это такое? Противорадиационный препарат. Давайте будем использовать его прямо сейчас. Так. Ну что ж, вот вроде бы уже немножко посела, стало лучше. Нам, судя по всему, нужно перейти на тот берег. И там, ну туда, по крайней мере, стрелка указывает. И, в общем, идем туда. Ого, это что, лев? Привет, лев, царь зверей. Ладно, пора уже взять оружие, а то становится опаснее, по всей видимости. Воу, ты кто так поливает свинцом? Что за нечисть? А, нет, нет, стоп. Так. Кто же это такой дерзкий? И что такое происходит? Я не знаю, ребята. Давайте перезарядимся. Прям рядом. Прям близко? Очень близко. Что такое происходит-то? Очень близко все. Так, вот какая-то звездочка есть. А, вот оно что. Собачка, пора тебе отправиться в мир иной. Ты че такая неубиваемая? Упс, ты где? Каюк тебе. Да, я довольно много патронов потратил на эту собачку, которая вроде бы... Камон. Ну ладно. Окей, минус собачка. Это хорошо, друзья, это очень хорошо. Тем более, когда она нас хотела... Ну, что-то не очень хорошее явно со мной сделать. Так что, по делам ей, по делам. Какой-то танкер, что ли? О, как, это что такое у нас? Это похоже на очень странную, непонятную хрень. Так, это мы убираем. Так, это вроде как свои, то есть, ну, зелененькие, по крайней мере. Зелененьких мы будем, вернее, не будем убивать. Это, я так понимаю, сталкеры тоже свободные. Так. Игра сохранена. Безопасное место добраться до Скадовска. Ребят, пожалуйста, напишите в комментариях, играли ли вы в сталкер? Вообще, слышали вы про эту игру или нет? Ну, знаю, что многие слышали, но все-таки напишите. Пусть каждый из вас ответит на этот вопрос в комментариях. Так, давайте немножко исследуем, обследуем это судно. Посмотрим, что здесь скрывается от глаз человеческих. А вообще, вот есть какие-то здесь звездочки. И, судя по прошлой звездочке, это не самый хороший знак, не самый добрый знак, я бы так сказал. Так, это похоже на лагерь сталкеров, как я понимаю. И здесь... Дверь заперта, необходимо спрятать оружие. Так, открыть дверь. Так, здорово, сталкеры. Слышишь, тут это? У султана, короче, разговорки есть. Кастет, султан. Ну, где султан? Ты султан? Али, ты султан? Может быть, ты султан? Как говорится, добро пожаловать Борода. На борт нашего болотного ледокола. Ха. Будет чего интересного, заходи. Окей. Наш Скадовск всегда на месте. Глухарь. Глухарь, где султан? Здравствуй. Лоцман. Я тут вспомнил его. Привет, брат. Пришел... Кирюха Вепри. Коряга. Так, этот нам чувак, наверное, не султан. Что вам делать? Договорились. Не знаю, нам с чем. Удачи тебе. Спасибо, спасибо. Незнакомец. Ну что, есть что-то новое? Сыч. Нужны товары, информация.
В общем, это такая, знаете, площадка торговая. Здесь можно торговать. Что сбежало? Вау. Что там? Ранение, облучился? Ничего, типа потерпи. Медицина, да? Доктор сказал, уже через прям пару дней бегать сможешь. Пока давай отлеживайся, сил набирайся. Пригодятся. Да, давай, нормально, еще, пацаны, нормально. Я в порядке. Ну, не, на самом деле это прикольная база, то, что мы вообще ее нашли, это круто. Здорово. Кардан. Вольный сталкер. Можно поспать, кстати. И что тут еще можно? Ну, в общем, это целая прям база, то здесь есть целый комплекс услуг, который необходим сталкерам, в том числе и какой-то коллективизм, общение. Ну, зато, короче, разговор есть, йоу. Ладно, идем, короче, по этой стрелочке и посмотрим, что там дальше нас ждет. И, ребят, не забывайте, что вы можете скачать эту игру по ссылке в описании. Также голосуйте за лучшую версию. Там, на этом сайте, где я, собственно, скачивал, там много различных версий. Так что, ребят, точно найдете, что вам понравится. Так, а что у меня нету, кстати, дробаша? Не знаю, почему-то все время куда-то пропадает. Это странно, кстати, это очень странно. Ну да ладно. Так, ребят, вот что-то появляется. Это, похоже, свой чувак. Он зелененький и желтеньким, зелененьким светится. Ты волына полуха. Не свети, нехрен. Слушай, такие прям все дерзкие. Ты волына не свети, нехрен. Ну да ладно. Ладно, я понял вас. Нашел еще какую-то посудину, но по всей видимости она пуста, заброшенная. Здесь ничего нету. Хотя, вот смотрите, там вот это получается на носу или на корме, черт ее знает. Это получается на носу все-таки. Здесь что-то есть, но я, пожалуй, это обследовать не буду. Я пойду по пути стрелки и буду ждать каких-то перестрелок, наверное. Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя. Только звери нас заводят, то заплачет. Слушайте, здесь какая-то аномалия. Здесь какая-то аномалия. То есть видите как? Это, я думаю, не баги игры. Это так и должно быть. Ё-моё! Я понял. Мне сюда лучше не ходить. Я понял вас. Все хорошо. Я понял. Ладно, окей. Я пошел дальше. Итак, друзья, вот очередное место, куда нам следовало прийти, судя по стрелке. Но чтобы перебраться на другой берег, нужно постараться. И что-то как-то у меня не очень удачно получилось-то в данном случае. Но, тем не менее, может быть, мы сможем тут выбраться. Или здесь. А, в общем, я на краю какой-то пропасти, что ли? Ё-моё. Я живой? Я по-прежнему живой, хоть у меня и мало осталось здоровье, поэтому мы используем аптечку. Так, что-то у нас сейчас по здоровью. Так, ну, стало лучше. Стало лучше. Так, есть какой-нибудь фонарик, что-то такое? Нет, все-таки фонарика нет у нас. Ну ладно, зато есть пистолета. Обыскать запорожец. Стальной ящик, недоступный тайник, принесите коряги контейнер. Коряги контейнер принести. То есть у меня как бы уже есть этот контейнер, получается. Мне нужно его только принести. Но, друзья, возникает сложность. Как подняться-то? Что, выкинул, что ли? Так, как выбраться? Я не знаю, как выбраться. Ребята, тут какая-то дичь завелась. Отлично. Минусуем? Или голосуем? Где она? Если бы я еще знал. Упс, где она? Где она? Где она? Я не вижу ее. Где она?
Черт. Да что ж такое-то, какая живучая. Все. The end. Так, ну хорошо, хоть здесь игра сохранилась у нас. Соответственно, можем как-то постараться отсюда выбраться. Почему я выбросил? Я не знаю, почему я выбросил. Каким-то вообще непонятным образом я выбросил этот дробаш. Зачем? Не знаю. Абсолютно. Какой-то просто лютый бред. Просто бред. Бредятина какая-то. Почему я выбросил... Чертов. А, серьезно? Вот это, конечно, да. Окей. Так, ребят, теперь у меня есть ППШ. ППШ. Так, отлично. Теперь у нас есть ППШ, теперь у нас есть патроны, теперь все хорошо. Почти, кроме того, я не знаю, как выбраться отсюда. Ну ладно, погнали, короче. Просто пошли. Куда-нибудь пошли, куда-нибудь, наверное, придем тогда. Темно просто жесть, правда. Очень темно. Так. Где-то здесь я встретил кошечку эту. Неплохо. Неплохо. Надеюсь, ей каюк. Этой злой кошки. Злому уроку моей жизни. Что за... Каюк! Как немцам в 45-м. Ребята, я нашел фонарик, как можно включить. И это уже становится более реальной и более возможной к выполнению задач. Потому что иначе, ну, я что-то блудил в этих потемках. Ничего не видел и... Ну а как? Тогда выбираться непонятно было совсем. Сейчас, по крайней мере, вижу, что тут что-то я делал, оказывается. Каких-то чувачков валил, оказывается. Но это все было в попыхах, почти как с пленным на руках. Так, а вот и... Нормально. Минус один. Есть. Короче, ребят, надеюсь, вам понравился этот ролик. Если вы хотите увидеть, как я все-таки выберусь из этих катакомб, в общем, пишите в комментариях тогда и ставьте как можно больше лайков. Давайте наберем хотя бы 50 лайков под этим роликом. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал. Скачивайте эту игру по ссылке в описании. Голосуйте за лучшую версию. Там на этом сайте много различных версий игры. С вами был Максим Шубин, канал Тарин Интересно. Всем удачи и до скорой встречи. Пока.